Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Зверополис. Добро пожаловать в Зверополис, современный город, населенный самыми разными животными, от огромных слонов до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы, полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей. Здесь есть и элитный район площадь Сахары, и неприветливый Тундра Таун. В этом городе появляется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха Джуди Хоббс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером будет болтливый хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем их предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса. Батальон 2015 года. Весна 1917 года. Февральская революция изменила жизнь России и ход Великой войны. Государь уже отрекся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не один год, вовсю ведут свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. Российское офицерство фактически ничего не может решить без одобрения так называемых солдатских комитетов. Армия находится на пороге окончательного разложения. По приказу Временного правительства для поднятия боевого духа создается женский батальон смерти под командованием георгиевского кавалера Марии Бочкаревой. Своей службой батальон смерти подает пример храбрости, мужества и спокойствия, поднимает дух солдат и доказывает, что каждая из этих женщин-героев достойна звания воина русской армии.
«Особо опасен» 2008 года. Уэсли Гибсон – зануда и нытик, целыми днями торчащий в офисе. Босс его унижает, подружка ему изменяет, его жизнь катится в никуда. Обнаружив, что отец, бросившись его в раннем детстве, зверски убит, Уэс оказывается втянут в тайное общество киллеров под названием «Братство». За его обучение берется опытная наставница Фокс, и этот когда-то прикованный к офисному креслу хлюпик развивает молниеносную реакцию и сверхчеловеческую скорость. Однако уже на первом задании Уэсли понимает, есть вещи посложнее, чем вершить судьбы других людей. Это набраться храбрости и стать хозяином собственной жизни. Тариф новогодний. Новогодняя ночь всегда полна чудес и сюрпризов. Чудеса нашего времени часто происходят благодаря техническому прогрессу, хотя и не без участия Деда Мороза, который нынче может оказаться простым продавцом телефона мечты. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!